Всем привет! Мы сегодня едем мимо привокзальной площади. Здесь старинный отель. Сейчас будут здесь строить железную дорогу, соединяющую на Скандинавии и Европу. Это улица Меркеля. Здесь самое главное здание – это цирк. Старинное здание цирка. Вот оно с правой стороны. Очень интересная история этого цирка. С левой стороны, за перекрестком, консерватория. Справа парк. В советское время парк Кирова. Здесь мы с сыном гуляли. Так, это улица Кристиана Барона. Здесь музей природы с левой стороны. А нам нужно выехать на бульвар Аспазиас. Мы сейчас пересечем эту улицу, пересечем канал, который протекает, огораживая всю старую Ригу, начиная от рынка и заканчивается возле мореходного училища. Сейчас это академия. С правой стороны остается национальная опера. Она была выстроена в 1863 году, но до этого здесь был городской театр, и улица эта называлась Королевская. Здесь бывшее здание МВД. Сейчас это вот за этим каналом уже старая Рига. Впереди старая Рига. Мы сейчас повернем на бульвар Аспазиас. Вот он начинается от 13 января и идет вперед до Кристиана Вальдемара, да? Так. Сегодня погодка минусовая. Влажность большая. Ветра сильного нет. Вот мы на бульваре Аспазиас. Национальная опера. Кстати, когда был здесь городской театр, здесь работал Рихард Вагнер. Он вообще в Риге прожил. Отель Рига. Старинный отель Рига. Там вот университет. Тоже старый. Мы сейчас проедем по этой площади. Справа будет символ, один из символов Латвии, памятник свободы. А вот часы Лайма. Памятник свободы Милда держит три звезды, символизирующие три области главные: Курземе, Латгале и Видземе. А здесь, там внизу канал, здесь бастионка, бастионная гора. Это песчаный холм, насыпь, который вел вот напротив этой башни, сейчас реставрируется, пороховая башня осталась, одна из башен, вела вход в Ригу, один из входов, который шел в Новгород, Псков. Вот это мы все мимо канала едем. Мостиков много через канал. Здесь вот казармы Екаба, они остались слева. Так. Кончается бульвар Аспазиас. Бульваров много. Параллельно идут все. Вот театр национальный. Так. Ну, это Кристиана Вальдемара улица. Здесь когда-то заседала... Сейм заседал, да? Дума. Дома. Вот, сейчас они в Старой Риге располагаются. Здесь очень интересное здание. Школа была. До 50-х, по-моему, годов было раздельное учеба, обучение мальчиков и девочек. Вот. А там на следующем бульваре российское посольство. Это мы вот едем вдоль канала, но уже с другой стороны. Такая Рига
серая, неприглядная, скучная. Зато как здорово здесь весной. Вот отсюда видна Бастионная горка. Там есть домик для лебедей на берегу. Здесь есть мостик для влюбленных. Своими замками они тут оставляют, как говорится, на память о верности и любви. Здесь много летом, весной красиво, каскадов. Скульптуры есть. А вот памятник Милда с этой стороны. Но сейчас не видно, троллейбусы закрывают. И от нее уже начинается улица Бривибас, улица Свободы. В советское время это была улица Ленина. Вот. Вот отсюда виден собор Петра за деревьями. -4 ощущается, конечно, гораздо больше. А сейчас мы мимо университета проедем. Конечно, моложе, чем Тарту. В Европе Тартусский университет самый старый. И с этой стороны театр «Национальная опера». Вот так она выглядит. Впереди часы привокзальные. И на сегодня, пожалуй, хватит прогулки. Мы просто ездили на рынок, по пути сняли. Всего доброго, хорошего дня, хорошего настроения.